Каменец-Подольский считается городом семи культур, по числу национальностей, внесших свой вклад в его создание. Турок, татар, армян, евреев, поляков, литовцев и, конечно же, самих украинцев. А на местную кухню особо повлияли поляки с литовцами со своей балтийской солью и армяне с турками с любовью к острому. Да, соль и перец – два кита, на которых держится вся местная кулинария. Я вам хочу кое-что показать. С удовольствием посмотрим. У меня есть обычный соль и перец. Возьмите. Но попробуйте представить, что это не просто соль, а что это все самое доброе и светлое в вашей жизни. Возьмите. А это не просто перец, а все то, что приносит вам горести и печали. Все в жизни бывает. Представили? Да, да, конечно. Возьмите. Конечно. Теперь смешаем. Смешаем, как это бывает в жизни. Да. Такова жизнь. Вот с этой секунды начинайте думать только о самом добром и светлом. Это очень важно. Думайте только о самом добром и светлом, иначе ничего не получится. Ой. Вот так. Ой, а как же это произошло? Это потому, что мы думали... Осталось все самое доброе и светлое. Я желаю, чтобы в вашей жизни были лишь только такие моменты. Спасибо большое. Спасибо. Как вам это сбудется? Пусть будет. Хорошее вам настроение. Спасибо. Вот, поделимся, и будет все хорошее у нас. Мне нравится, что этот трюк настраивает на позитив. Он заставляет людей поверить в то, что с этого дня у них все в жизни будет хорошо. И это действительно работает, потому что мысль материальна. Я от него в восторге. Очень хотела бы, чтобы в жизни так было. Все плохое ушло, осталась только радость, добро и благополучие в семье, в жизни и вокруг нас. Хочется только хорошего.